Привет, ребята, это снова вы, это снова я. Вот пришел я на поле, недалеко от моей пасеки. Аграрии высадили гречку. В прошлом году здесь она была, и вот сейчас, в этом году. Сейчас хочу вам показать эти угодья красивые. Ради этих кадров стоит жить. Красота, конечно, неописуемая. Сейчас вам покажу, долго томить не буду. Итак, поехали. Вот такое большое поле вот от этих кустов идет. Вот первый край. Вот так показываю вам, пойма реки идет, где кустарник. И вот она вот так продолжается русло. И вот она заканчивается. Аж там далеко, вот за горизонтом, если вам видно, вот в краю, в самом поле это заканчивается. Такое вот большое оно. Около 50 гектаров. Такая красота. Думаю, что моим пчелам и соседским однозначно хватит этого взятка. Главное, чтобы стояла погода. Потому что многие жалуются, что на гречихе нету взятка в этом году, плохо она выделяет. Но сейчас припарка такая, вот есть идеальные вообще кусты, красивые. Кое-где слышится, как работает пчела. Ну, говорю, что поле большое и не углядеть, конечно. Это поле, думаю, будет цвести где-то еще недели две, это однозначно. Она только вот первую неделю как забутонизировалась. Вот, начинает раскрывать цветки. Видно его. Запах такой тонкий, приятный. Так что будем надеяться на этот взяток. Конечно, надо сказать отдельное слово. Большое спасибо аграриям нашим, что не забывают пчеловодов. Ну и мы постараемся сделать так, чтобы наши пчелы опылили эти все угодья и чтобы дали достойный урожай, конечно, аграриям. Потому что если будет совместная работа проходить конвейером, то и будет результат. Это самое главное. Если есть результат, значит, есть смысл делать эти вещи. Вот такие вот дела. Еще раз хочу показать красоту эту. Такая красота. Еще раз вам покажу, да и для себя зафиксирую, потому что красота просто, ну, обворожительная. Супер, конечно. Ребята, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте вот такой палец кверху. Наверху нажимайте на колокольчик оповещания, ну а внизу заветная кнопка подписки. Всем пока-пока.